Здорово, ребята. На календаре 17 мая. На циферблате 7 часов утра. Сегодня я ловлю уже второй раз. Первая рыбалка была с 5 до 6. На канаве. Там я половил окушков. Попался бонусный карась. В прошлом видео на ютубе, скорее всего, вы все это увидите. А сейчас новое видео. Следующая рыбалка. Приехал я на пожарный водоем. Нашел новое место на карте. На этой акватории ни разу не был. Вот иду с маташкой и мормышками. Надеюсь, тут есть карасик. Но в крайнем случае очень надеюсь на ротана. Погнали! Ну вот, собственно, эти два прудика. Первый. И второй. Монтаж у меня 0,4 грамма. Шарнир. И маленькая копия свинкомпакта. 35 миллиметров. Новое старое место на сегодня. Конечно, на карасика я уже здесь не особо надеюсь. Есть только по тому берегу вдоль тростничка. Да и ветер будет в спину. Удобно там ловить. Но хотелось бы еще потаскать окуньков. Причем не совсем маленьких. Таких с ладошечку. Чтобы фрикцион попел. А вот отсюда уже можно качественно мормышить. Вот она, щучка. А, не, окунёк. Вот он, окунёк тут присутствует. Щучку сейчас поймать сантиметров на 30. Повозю к тебе здесь. Место вроде более-менее чистое. Груз покосан. Похоже, была поклевка щучки сегодня. Точно. А я что-то и не заметил сначала. Вот еще один окунек. Прямо на выбросе. Какой? Малыш. Закрепим успех. Заброс тоже точку. Чуть не докинул. Вот еще. Ой, какой бойкий-то. Я улетел в чачу.
Солнышко зашло, как похолодало сразу. Страсть. Вот она. О, опять не она. Прям с такой поклевкой. Первый же заброс. Червячок полярис в деле, как говорится. Ух, ветер как задувает. По растительной ошибке. Ой, 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 как сопротивляется-то, ребят. Хоть они и маленькие, мило дело, из стороны в сторону летают, такие активные. Пушка. О, это рыба. Похоже, это щучка. Да что ты будешь делать? Окунь сопротивляется по щучьи. Так не играю. Вот она. Клюнула на падение. Приманки. Буквально пару секунд прошло. Аккуратненько клюнула за краешек. Мы ее также аккуратненько отпустим. Пойдемте дальше. Здесь уже ничего интересного, похоже, нету. Да.